Всем привет! Впереди выходные, и на этот раз остаться дома точно не получится. В Самаре день города, и запланирована яркая, насыщенная программа. Все самое интересное в нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! Откроет праздничную программу большой джазовый концерт на амфитеатре Спуска площади Славы. Хедлайнер фестиваля – Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана. Кроме того, запланированы выступления джаз-бендов со всей России. Это же просто праздник какой-то. Всех гостей ждут к 5 вечера. Счастья вам, романтики! День города продолжается на набережной. Посмотреть на звезды и не только. На четвертой очереди набережной в пятницу вечером откроется кинотеатр «Под открытым небом». В субботу открытие нашумевшего фестиваля «Шостакович. Самарское время». Вокалисты, музыканты, поэты. Среди гостей Сергей Безруков, Владислав Лаврик, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством народного артиста Михаила Щербакова. И не только. Атмосфера искусства и легкое дыхание осени на амфитеатре площади Славы с живописными видами волжских пейзажей. Приходите к 17:00. Главный день торжества – это именно воскресенье, а работать будут сразу несколько площадок. На второй очереди набережной будут работать 5 творческих площадок с часа дня. Музыканты, театральные перформансы и не только. Для гостей будут работать 4 сцены. На Безымянке откроется выставка «Трудовой подвиг Куйбышева» на аллее Трудовой славы. Ну а в 9 вечера начнется праздничный фейерверк. На этом все. Зарядитесь отличным настроением на всю следующую неделю. До встречи!